27-х международных образовательных рождественских чтений. Прежде хочу напомнить, что в прошлом году темой наших докладов, дискуссий и вообще работы было выяснение взаимосвязи между нравственным состоянием общества и его будущим. Тема так и звучала – нравственные ценности и будущее человечества. В своем выступлении в прошлый раз я привел примеры христианского, библейского подхода к этой проблеме. Были приведены пророческие изречения из Библии, свидетельствующие о нравственном состоянии человечества в так называемые последние времена, в конце мировой истории. Затем была предпринята попытка оценить нынешнее нравственное состояние общества на вполне конкретных примерах, взятых буквально с информационной ленты, сопоставить это с приведенными библейскими пророчествами. Выводы были сделаны не очень утешительные. Во многом состояние современного общества, его ценности или отсутствие таковых соответствует библейскому свидетельству о последних временах. И далее, как я понимаю, в течение прошедшего года наша работа была направлена на то, как в меру наших сил и возможностей исправлять эту ситуацию на местах, словом и делом. Словом педагога, священника и делом. Личным примером исполнения сказанного, что для опекаемой, обучаемой молодежи бывает важнее всего. Сегодняшняя тема – молодежь, свобода и ответственность. Но я бы сегодняшнее сообщение, может быть, назвал так, что христианское, может, понимание свободы и ответственности в современном мире. Так эта тема, с одной стороны, касается важнейших мировоззренческих понятий, которые могут рассматриваться отвлеченно, ведь сколько философских систем, столько и определений свободы. С другой стороны, тема необычайно актуальна и злободневна, когда эту свободу, так или иначе понимаемую, молодые люди начинают реализовывать в жизни. Вспомним так называемого Керченского стрелка и множество подобных случаев. Поэтому сегодняшнее выступление я хотел бы построить по такому же плану. Вначале ознакомить аудиторию с традиционным христианским библейским взглядом на свободу и ответственность, возникающую в связи с этой свободой. А затем сравнить это с распространенными представлениями об этих категориях в молодежной среде. Понятие о свободе человека присутствует уже в первых строках Библии. Сотворение человека по образу и по подобию Божию как раз подразумевает свободу личности, самоопределение. По отношению к первому жителю рая Адаму со стороны Бога нет насилия, а есть наставление и предупреждение о возможных последствиях того или иного распоряжения данной свободы. В случае нарушения данной заповеди не есть плода древа познания добра и зла, наступит смерть. Вначале духовное, то есть отлучение от Бога и лишение благодати, потом телесное. Здесь уже вводится понятие ответственности. Бог, согласно Библии, всегда уважает человека и его свободный выбор, но честно предупреждает о последствиях того или иного выбора. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Это пример из Ветхого Завета. Напомню, что Завет – это договор Бога с людьми, честный договор двух разумно свободных сторон, где прописаны обязанности договаривающихся сторон, а также ответственность в случае неисполнения договора. Людям обещана вечная райская жизнь при условии исполнения божественных заповедей и обещана вечная смерть в случае их неисполнения. Что для нас важно, это то, что так называемые традиционные нравственные ценности общества до последнего времени совпадали с Божьими заповедями.
Даже моральный кодекс строителя коммунизма совпадал. Это говорит, во-первых, об их универсальности, во-вторых, об их исполнимости. Ведь десятки поколений жили по ним. Понятно, что были исполняющие, не исполняющие, свободу никто не отменял, но в целом ранее общество не подвергало сомнению их целесообразность и просто правильность. В Новом Завете, да, со звуком там все будет. В Новом Завете Господь наш Иисус Христос подробно раскрыл христианское учение о свободе. По его словам, истинная свобода человека – это свобода от греха. «Всякий, делающий грех, раб есть греха». Это цитата. «Кто освободится от греха, получит настоящую духовную свободу. Но своими только человеческими силами этого невозможно достигнуть. Для этого нужно стать учеником Господа, христианином. Если прибудете в Слове Моем, то познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Апостол Павел, обращаясь к первым христианам и римлянам, пишет: «Благодарению Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя», то есть христианскому учению. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Ныне же, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства», говорит великий учитель христианства. Итак, какие выводы можно сделать из сказанного? Первое. Согласно христианскому учению, истинная свобода человека – это духовная свобода, свобода от греха, которая является нарушением божественного закона и непосредственной причиной смерти. Духовное – отлучение от Бога, Его благодати и в итоге вечное. Второе. Это свобода от греха для человека, но недостижима одними собственными человеческими усилиями. Нужна помощь Бога, которая дается при желании и согласии человека. То есть опять нужно свободное произволение человека идти путем выполнения божественной заповеди. Третье. Свобода человека неразрывно связана с ответственностью за свободный выбор. В плане вечности этот выбор невелик. Либо вечная жизнь с Богом, либо вечная смерть с дьяволом. Здесь мы коснулись одной важной темы, еще не освещенной. Учение об ангельском мире, мире духовных существ, сотворенных ранее человека и неоднородно по своему нравственному состоянию. Вчера церковь как раз отмечала праздник небесных чинов, ангелов, верных Богу. Есть еще падшие ангелы, бесы, с их предводителем сатаной или дьяволом, о котором Господь наш Иисус Христос прямо сказал: «Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Для справки, сатана означает противник, дьявол – клеветник, ну, по отношению, разумеется, к Богу. По учению церкви, то рабство греху, в которое попали первые люди, а потом последующие поколения, произошло при непосредственном участии дьявола, который поначалу не насиловал свободную волю человека, но убедил его сделать ложный выбор – непослушание Богу и его заповедям. Со временем грех стал настолько сродным природе человека, что победить его и стоящего за ним дьявола одними человеческими усилиями стало невозможно. Нужна помощь Бога, которая подается через созданную им церковь. Таково вкратце учение церкви. Казалось бы, что все предельно ясно. Лучше выбрать Бога и вечную жизнь, чем дьявола и вечную смерть. Но более 50 лет назад, в 1966 году, в США была впервые зарегистрирована так называемая церковь сатаны. В 1969 году опубликована Сатанинская Библия, в которой описываются основы сатанинского мировоззрения. Позволю себе две цитаты. «Сатана олицетворяет потворство, а не воздержание. Сатана олицетворяет все так называемые грехи, поскольку они ведут к физическому, умственному и эмоциональному удовлетворению». Мы видим здесь совсем другую провозглашаемую свободу. Свободу творить грех. Автор Сатанинской Библии, основатель церкви сатаны Лавей, утверждает: «Любые моральные кодексы – просто препятствия, которые необходимо преодолевать». Он проповедует полную свободу инстинктов и, в первую очередь, тех, которые сдерживаются существующими в обществе нравственными законами. Другой сатанист, Алистер Кроули, дает сходную установку: «Делай, что хочешь, в этом весь твой закон». На сознание подростка подобные пробы действуют силой поистине убийственной. Бунт против авторитетов – достаточно характерная черта так называемого переходного возраста.
Неудивительно, что сатанинская идеология крайне привлекательна для подростков, которые успели встретиться с определенными ограничениями. Льстит и другое положение сатанинских наставников. Следует не подавлять свои инстинкты, а всячески им потворствовать. Призывая подростков к бунту против морали и всякого рода авторитетов, к освобождению своих инстинктов, в кавычках, от оков нравственности, учителя сатанизма неизменно выступают с дискредитацией традиционных религий. Не случайно в упомянутой сатанинской Библии изложены 9 заповедей, содержание которых сводится к следующему. То, что признается христианством как порок, есть добродетель. Можно подумать, что это далеко в Америке, нас не касается. Но вот распечатка, вчера проверил, она есть в интернете, не удалили. Статьи «Сатанисты зарегистрировали свою церковь в Российской Федерации». 10 мая 2017 года со слов вожака были поданы уведомительные документы, а 29 июня 2017 года религиозное объединение Сатанинской Церкви РФ было зарегистрировано Минюстом. Со слов их руководителя, цитата, «с государственными служащими пришлось контактировать, потому что уведомительный документ, который содержит паспортные данные, адреса и подписи учредителей религиозной группы, предназначен именно для них. Ибо уведомление имеет единственное предназначение на данный период существования Сатанинской Церкви РФ. Показать властям, что мы открыты для проверок на экстремизм, что мы не скрываемся от правоохранительных органов, так как не являемся сектой. Уведомление содержало основу вероисповедания, где были изложены сатанинские заповеди, грехи, символ Сатанинской Церкви РФ и так далее». Но комментарии, как говорится, излишние. Справедливости ради нужно отметить, что по данным их же официального сайта, это Сатанинской Церкви, деятельность религиозной группы Сатанинской Церкви официально остановлена 4 октября того же 2017 года руководством объединения. Причиной стали многочисленные проверки со стороны МВД, которые были вызваны ложными доносами христианского населения страны. Это их цитата. В качестве иллюстрации к сегодняшней теме хочу предложить вашему вниманию текст одной популярной песни. Это своеобразный манифест «Гимн свободе», который так называется «Я свободен». Впервые песня прозвучала в 1997 году. Исполнитель Валерий Кипелов, автор текста Маргарита Пушкина. Настоящая популярность пришла в 2003 году. Сообщается, что в изначальном варианте речь шла о погибшем в бою солдате. Правда, этот вариант нигде не опубликован, его никто не видел. Но позже Маргарита и Валерий вместе изменили слова. Сам Валерий Кипелов песню «Я свободен» считает главной причиной успеха своей сольной карьеры. В 2016 году на шоу «Голос дети» с песней «Я свободен» одержал победу в проекте Даниил Плужников. Мальчик, ну, на тот момент 14 лет, инвалид детства. Итак, если можно, фрагмент. Секунд, сама песня длится 7 минут. Теперь, если можно, текст поставим сейчас на экран. Так, на... Можно это записать у вас? А, сейчас я найду. Значит, ну, казалось бы, да, о чем песня? Если можно, ага, есть текст. А поднять можно, чтобы низ был виден? Угу. Вот это уберите. Ну, мелко, да?
Ну, ничего видно. Значит, о чем месть, о чем песня? Официальная версия такова. Лирический герой песни переживает расставание с прошлой любовью и прежней жизнью и чувствует себя свободным от судьбы и от людской молвы. Но не все так просто. Да? Вот мы прослушаем небольшой фрагмент, и даже при первом прослушании возникает вопрос, вот у меня лично возник бы, а нормально ли человеку молодому стремиться, чтобы стать свободным, допустим, от добра? Или опять там, я свободен от любви, и опять я злая от добра, что, заметим, невозможно, либо одно, либо другое, нельзя быть до меня свободным, а злая от добра. Вот. И мои сомнения укрепились, я немножко вот порылся в интернете, прочитал комментарии интересных разных людей и философски образованных. Вот. И что я нашел? Ну, даже вот если интересно, тут вот хотя бы несколько комментариев прочитаю буквально последнего месяца на сайте Lyrics World. Значит, октябрь-ноябрь этого года. Екатерина. А, там, кстати, есть комментарий. Так, ну, хорошо, включите комментарий второй. Да, а потом еще к тексту вернемся. Екатерина, 31 октября 2018 года. Схожу с ума от мелодии и слов. Жаль, что раньше не услышала, постоянно звучит мелодия и слова в голове. Анатолий, 10 октября. Это настоящий хит сезона. Мне все прекрасно, и слова, и музыка, и исполнение. У меня аж мурашки по телу. Вики, август 2018 года. Валерий Александрович, то есть Кипелов, гений. Чтобы такую песню сочинить, с такой энергией исполнить, я почему-то, когда на кураже, всегда эту песню пою. Просто энергия выплескивается, как с атомной станции, с этой песней. Евгений, 18 год, июль. Да, когда решили развестись, на второй день эта песня из головы не выходит. Слушаю и вслушиваюсь в слова, прям чую, какой-то скрытый второй смысл имеется. Это все на сайте. И вот интересный комментарий еще одного человека. Юрий Тюмень, август, 20 августа 2019 года. Кстати, такую песню не сочиняют, а принимают от себя истину. Себя истину написал с большой буквы. Кто может заявить, что свободен от земных оков? Заявляет, что Бог есть любовь, а он поет, что свободен от любви. Он забыл, что есть страх Божий. Спросить бы Кипелова, понимает ли он, что поет. Так вот, интересные моменты. Значит, тут возраст этих авторов в комментариях не указывается. Там был еще один комментарий. 62 года подписалась женщина. Это песня на все времена. У меня еще интересный есть комментарий человека, которому лет 80. Он живет сейчас в Израиле. По его последним словам в комментарии, он застал войну. Текст такой. Мне, пацану, несколько лет после войны той отечественной снились кошмары, как за мной гонятся немцы. Вот. И этот человек что говорит? Он говорит, что это... Я говорю, я не знаю, как вы, но песня действует. Действительно, пока я готовился, она у меня постоянно крутилась в голове, постоянно на языке. То есть какой-то есть магнетизм, какой-то гипнотизм. И я сравнил свои ощущения и увидел, что похоже у других людей. Вот этот человек, его фамилия Воложин С, не знаю, Сергей, который живет в Израиле, пишет, когда-то, зная про Ницше, что он и делал зла, и заинтересовавшись им, я открыл какое-то его произведение, стал читать, ничего не понял. Тогда я прочел биографию, что-то понятнее, помню, стало. Но тогда я нашел его стихи, один переписал. Ну, тут четверостишие, начало прочитаю. Чтобы совершить преступление красиво, нужно суметь полюбить красоту. Или опошить избитым мотивом смелую мать наслаждения мечту. Запомни вот эти первые строчки. Чтобы совершить преступление красиво, нужно суметь полюбить красоту. Тогда он дальше пишет. Я уже тогда знал, что самое-самое, это когда не вполне понятно, а по спине мурашки, или волосы дыбом, или слезы из глаз. И потом думай, почему. Я уже тогда знал, что нужно, чтобы сталкивались с противоречием текста, чтобы они рождали противочувствия. И тогда столкнутый лоб в лоб автором не рождает третье переживание, невыразимое словами, заставляющее глаза увлажняться или волосы подниматься. Катарсис. Очищение. Но тут дальше есть, конечно, автор. Очищение от чего? В данном случае автор текста, конечно, освобождался от, как он говорит, от зла и от добра. Смотрите, как дальше он пишет. Заражает. Тем более заражает, что на огромной громкости звучит голос. При таком напоре можно где-то отойти и услышать прямой несжанский лозунг «Свободным стану я, злая добра». И
гипнотически действует все. Как неволен ребенок не уснуть под колыбельную, так неволен я не стать нитшансом за 7 минут звучания песни. Вот интересно дальше абзац. Если считать, что прикладным искусством являются вообще песни как таковые, они призваны усиливать заранее известные автору чувства. Свадебные – радость, песни плакальщиц – горе, колыбельные – покой, любовные – счастье. Если так считать, то нужно признать, что есть искусство, приложимое к философии. Например, данная песня, по утверждению автора, призвана усиливать чувство ницшеанской свободы от всех и всего. Свобода от. И еще один интересный комментарий, с которым я в целом солидарен, который автор так и назвал. «Я свободен, гимн лукавого духа». Вот. Он говорит, я говорю, что акценты будут делать в основном на богословских моментах, разбирать литературные образы неинтересно, вот, ухватить суть. «Надо мной тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет». Здесь пока ничего особенного. Мы знаем, что герой сосредоточен на своем внутреннем переживании, пока даже не слышит шума дождя. Но какая-то боль душевная, разумеется, у него прошла. «Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра, моя душа была на лезвии ножа». Тут уже интересно. Мы сожгли. Намек на разрыв отношений. Кого с кем? Видимо, что первое приходит на ум герой его женщины. Герой находит в себе моральные силы вырвать из сердца любовь, которая приносила ему мучительные страдания. И навсегда расстается с бывшей возлюбленной. Он надеется, что теперь ему станет легче. Свободным стану я. И вдруг первый звонок. От зла и от добра. Позвольте. А это тут при чем? Ну ладно, прошла любовь, завали помидоры. Такое бывает. Бывает, человек испытывает громадное облегчение от разрыва с другим человеком, которого любил. Это может быть для него благо, у него появляется новая свобода для новых действий и переживаний. Но герой кипела почему-то идет дальше, как бы переходит на другой уровень. Это начинает вызывать вопросы, потому что отношения мужчины и женщины, как бы сложны они ни были, не могут по логике вещей разрушать личность человека до основания, если только он не серии отвергнутых на этой почве окончательно свихнувшихся поклонников. Видно, что герой не таков. Приходится сказать другое, более логичное объяснение его словам. «Моя душа была на лезвии ножа». Пожалуй, эти серьезные слова, символизирующие процесс сложнейшего нравственного выбора героя, смогут помочь нам. И мы здесь и начинается, о чем я говорил выше, тот есть второй замаскированный художественный план песни. Герой, сделавший свой выбор, уже больше никогда не скажет «мы». А интонация его монолога становится все увереннее. «Я бы мог с тобою быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить». Но это лишь игра. Близится и разгадка. С кем же тогда говорит герой песни? Кому обращены его уста, на которых уже появилась циничная усмешка человека, считающего, что он познал тайну добра и зла? Но это лишь игра. В шуме ветра за спиной я забуду голос твой и о той любви земной, что нас сжигала в прах. И я сходил с ума, в моей душе нет больше места для тебя. Вы уже догадались? Да, эта строфа, особенно последняя, действительно страшные слова, ставят все на свои места, особенно если слово «тебя» написать с большой буквы. Герой говорит с Богом, со своим Творцом. Опять в который раз падение единицы становится источником творческого вдохновения для нового поколения людей. Объяснение закончено, герой искренне, довольный своей решимостью, смог сказать все, что планировал, не испугался, не промямлил нечто невразумительное. При красном расположении духа отправляется по своим чрезвычайно важным делам. Вдруг накатившее чувство долгожданной свободы переполняет его. Ему хочется не просто петь, а кричать всему миру о своем, этом упоении. «Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен с диким ветром наравне. Я свободен на его, а не во сне. Я забыл, что значит страх». Страх Божий, добавим мы, который по толкованию святых отцов является в первую очередь чувством постоянного мысленного предстояния пред Богом, то есть существованию пред его очами, вот. Это боязнь, страх лишиться его благого к нам расположения. Забыть страх Божий можно, но лишь на время, ибо невозможно устранить его причину самого Бога. «Надо мной тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь». Думаю, что речь тут идет не о божественном свете, а о свете огня, которым полно неба. Красноречиво напоминание о гиенском огне, который по представлениям сатанистов якобы будет для них безвреден и не опасен, так как они получат там княжеский титул, награду за плодотворную деятельность здесь, в этой жизни.
Я свободен от любви, от вражды, от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков, от зла и от добра. В моей душе нет больше места для тебя. Я свободен от любви. Бог есть любовь. Тут мы получаем еще одно явное доказательство богоборчества характера рассуждений героя композиции. Он стал автономен, независим, самостоятельным, а значит могущественным, силен, непобедим, ибо стал почти как Бог. Ну, я посвятил время разбору этого гимна. Почему так заострил ваше внимание? Ну, во-первых, потому что его многие знают, молодые люди, наизусть. Здесь у нас лежит в основном старшее поколение. Я читал некоторые комментарии. В начале 2000-х эту песню наизусть знали все дети от 10 до 16 лет. По крайней мере, так лежит автор, его окружение. Но заметьте, эта песня получила в 2016 году, то есть 2 года назад, первое место при голосовании в прямом эфире на проекте «Голос дети», набрав 61,5% голосов аудитории. И взрослые в том числе. И это как бы, ну, дает нам право задавать вопрос. А понимаем мы, за что голосуем, чему аплодируем? Думаем ли мы этот смысл? Какую свободу мы провозглашаем? О чем вообще идет речь? Вот я поэтому и заострил ваше внимание. Считаю, что вот этот гимн вполне соответствует такому бунтарскому характеру представление о свободе молодых людей нынешнего поколения, а, кстати, не очень молодых, потому что, судя по восторженным откликам, по восприятию, по этому магическому, гипнотизирующему действию этой песни, вот, она действует очень-очень на многих. И вот это вот содержание. И нам, конечно, хорошо бы в этом разбираться. Я считаю, что на таких вот, в этом в том числе конкретных примерах нужно вести диалог с молодыми людьми, отстаивая истинное понимание свободы, свободы от зла, греха, порока. Здесь учение церкви смыкается с общеизвестными, общепринятыми нравственными нормами, которые преподаватели в школах и вузах стараются привить своим ученикам, слушателям и студентам. Я полагаю, что сотрудничество с церковью, участие священнослужителей в дискуссиях, встречах на такие злободневные темы даст ощутимую пользу, даст молодым людям возможность услышать новые аргументы, которые помогут им правильно распорядиться своей жизнью и своей свободой. Благодарю за внимание. Традиционный образовательный форум, если в общем они называются как епархиальный этап 27-х международных рождественских чтений, то для нас они 20-е чтения, которые уже 20-й год, получается, проходят здесь, в городе Волжском, который является центром и культурным, и административным Калачевской епархии. Мы сотрудничаем с рядом вузов, и уже последние годы пленарное заседание проводится здесь, где мы сейчас присутствуем, в Волжском институте экономики, педагогики и права. А так чтения уже работают несколько дней на разных площадках и в образовательных учреждениях, в школах. Тема нынешних чтений звучит так: «Молодежь, свобода и ответственность». Тема актуальная, потому что, ну, как известно, свобода, наверное, это из таких вот и приоритетных ценностей в среде молодежи всегда было. И вот как реализуют молодые люди эту свободу, им данную, какую они ответственность при этом несут, вот эти вопросы, я думаю, что будут рассматриваться и в докладах, на работах секции. Ну, конечно, приложимо к каждому направлению. В среде школьного образования это будет среди одной возрастной категории, и преподаватели-предметники будут, наверное, обсуждать, как можно все-таки помочь молодому человеку делать правильный выбор в той или иной ситуации. Для более старшего возраста это уже будут у нас уже круглые столы для вузовской молодежи. Ну, а молодежи, которая проходит службу сейчас в вооруженных силах, у нас будет отдельная секция по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами. К сожалению, часть молодежи у нас находится даже в местах лишения свободы. И для этой категории тоже будет определенная работа проводиться в рамках секции по тюремному служению. Поэтому мы, конечно, вот в этой такой глобальной теме свободы мы стараемся охватить все аудитории, все категории людей, в первую очередь молодых. Вот, в частности, у меня будет в рамках этих чтений отдельная встреча, ну, с молодежью запланирована завтра
где я выскажу свою позицию, которую я сейчас уже на пленарном заседании здесь в своем выступлении озвучил. И надеюсь, что тоже будет какая-то дискуссия с вопросами, с ответами на вот эту злободневную тему. Завтра будет видно, какие будут вопросы. Конечно, примерно я представляю спектр, а может быть, до конца не представляю, но постараюсь быть открытым, честным и искренним. Конечно, я думаю, что опираться я буду на личный опыт, с одной стороны, с другой стороны, на общеизвестное и общепринятое церковное учение. Как представитель церкви я должен донести до молодых людей церковную позицию по тем или иным вопросам. А если будут вопросы касаться лично меня, ну, конечно, буду отвечать лично, честно, ну, тоже, как говорится, в первую очередь, как служитель церкви. Вот. Ну и как человек, если им чем-то интересен, то буду стараться соответствовать их интересу.